Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бульбазавр, Хамелеон, Миха, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас карта Roblox, я буду играть за сиреноголового, пацаны должны выживать, кого я тоже замочу, тоже будет брать сиреноголового, управлять и мочить других пацанов. Пацаны могут использовать оружие, всякие прикольные мины и шляпы, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать, пацаны, надеюсь, вам повезет. Тот, кто останется последним, может будет использовать полностью любое оружие. О, это не мое. Это твое, да? А, давайте проверим. Бессмертие все готово. Все у нас по феншую. Только вы же учитываете, я очень хорошо играю за сиреноголового. Так что ты сейчас первый будешь со мной играть. Не-не-не. А что ты так уверен? Я уверен в себе. Слышь, так тяжело здесь играть, поэтому придется собаку мочить. О, давайте мочить нет, того, нет, кто нет, очень плохо нет, играет. Нет. Страшно? Иди. Большой, да, кабан? Согласись. А я знаю, куда убирать надо, вот сюда. Так, ты подожди. Вот так вот. Уйди. Слышь, а ты где? А, та собака обманула меня. Я замаскирую. Блин, плохо, что я, когда наношу удар, а мой персонаж приостанавливается. Немножко в этом нету честности. Но зато, мне кажется, если бы я сразу так убивал, я бы замочил бы сразу собаку эту. Ой, уйди, помогите. Димаш, ты меня не найдешь. Да что ты говоришь? Ой, блин. Камера из жопы. Нет. А, хочу тебе напомнить, что у нас мод есть на двойной прыжок. Да, я знаю. Слышь, я тебя потратил жизни? Нет, я сам падаю почти. Мне это нравится. Уйди! Давайте немножко поменяем персонажа, который не... Да не читерский, хотя намного читерский. Нет. Читы офф. А я в окно выйду. А этот побыстрее какой-то? Уйди. А что со мной? Чё я как рахит хожу? Все собаку съедят. Так, иди сюда. Да блин, почему я не могу убить? Нельзя. Слышь, а может бессмертие включено? Нет, я же падаю, я же... Так, разреши. Так, урон между игроками, так. Давайте еще тут посмотрим. Блин, я не могу убить. Я же сиреноголовый. Ты какой-то слабенький. Я спрятался. Да что я слабенький? Это вы сильные. Я спрятался. Фу. Хорошо, давай проверим, как ты играешь. Давай. Я хорошо играю. Ладно. Ты быстрее, чем я. Ну, конечно. Слышь, вообще дамажу, блин, а? Нет, ты не попадаешь. Слышь, а почему я такой конченый? Погоди, я перезаряжусь. Почему я не могу тебя убить? Я уже устал тебя дамажить. Да ты не попадаешь. А, мне кажется, мой дамаг не наносит персонаж. Нет! Так я ж проверял, он должен носить. А ну встань, давай проверю, стой. На месте стой, да, чтоб мы точно знали. Видишь, я бью, оно не наносится. А почему? Не, убил ты кого-то. Я ходьбой убил разве? Да. Ты когда ходишь, ты можешь убить. Да неправда это. Да. Хамелеон, блин, надо попадать очень четко. Знаете, чтоб убить? Надо вниз целиться, в пол. Ну она, походу, типа, как-то багнута. А, ну все получается. Не-не-не, все легко дамажится. Вон она. О, давай, скользящий на жопе, давай. Погнали. Мочи его. Не мочите. Я некрасиво. Давай. Ай, сдержали. Ха-ха-ха, демоны. Да мы друг друга мочим. А не тебя. Я тут все за... Ай. Yes. Отлично, ты молодец.
Подождите, извини. Я один устала? Да. А нет, вон. Вас двое. Нет. Тут этот, вонг-тон, Дэнни. Давайте повыше возьмем, чтоб я высоко глядел. Да, нормально дамажу. Могу на лестнице. Ногой не могу топать, это надо в NPC вселяться, чтобы ногой бить. Так, ну что, где ты? Иди сюда. Мы сейчас тебя будем дамажить. Я вижу, пацаны, он в голубом замке. Где? В каком? Голубой замок, видишь? Тут два замка, красный и синий. Я возле красного тут этого. Так, два позаглядываем, где оно лазит? Слышь, выходи, щенок. Не выйду. А я буду бить через стены. Давай. Так я в середину зашел. Тимас, я тут все закидаю, а ты тебе ничего не видишь. Вон он бежит, здесь. Ах ты хитрый, ты обманул, его нету в замке. Еще кто? Где он? Я не вижу. Я убежал. Блин, а как же телепортироваться некоторые пацаны умеют? Так там... Это NPC только умеет, да, я вспомнил. Так, давайте за этого поиграем, он реально быстрый. Так. Я не знаю. Слабенький. Слышь, ты чё кидаешь у меня этими конченными дымовухами? Это шашки такие, как в детстве были. Я ничего здесь не вижу. А вот он, возле меня, вот он. Я его нашел. Где сидит? Бегу, давай. Так, никого. Меня тут нет. А, пропал уже. Да блин, денежки рятся. Он за Пикачу еще играет. Дайте подсказку. Маленькую. Мы на карте Roblox. Я вижу трех. Трех додиков, я понял. А может быть он в тоннеле в воде где-нибудь? Тоннель есть. А я уже проходил, там вроде никого нету. Я так прячусь. Это прячусь. Пацаны, он где-то. Вот нашел. Где? Вот возле меня. Такого поставим. Вот этого читерского поставим, челик. А, так они сразу убивают. А ты что думал? Эй, ты думал, что ты сделал? А как взлететь? Никак не взлететь, умирать. А как ты в воздухе висишь? А я в воздухе висел? Да. А че, я не могу взлететь на вышку? Ты у меня в воздухе висишь. Ой, отличный прыжок. Вон, уже упал. Что-то вы не можете найти. Ну конечно не можем, тебя сейчас NPC найдут. Потому что я поставил кучу NPC-шек. О, блин, он запрыгнул! И убил меня. Ой, я заныкался. Ари тут. Они все на меня идут. А ты боишься? Да. Я не боюсь. По стенам лазят. Они меня не найдут. Нас сейчас убьет один из сиреноголовых. Прощай. Смотри, нет, не прощай. Смотри, Димаш, что я делаю. Смотри, давай. Смотри. 3, 2, 1. Нет, это так не работает. На меня прилетел большой. Ого, их тут-то понаползало. Смотри, клеится. Прощай, тебя сейчас убьют. Не, так не работает. Сейчас замочите его. А я одного обклею тут-то. О, сиреноголовый дал сигнал. Что-то они позастревали. Давайте еще вот такого фонарь голового поставим. Жопа скользящего. Мозг выносящего. Ого. Ты на него налепил. Я сейчас проиграю, если ты жахнешь. Да, а давай еще побольше. Давай. Ладно, стреляй. Нормально. Самоубийство. Ну вы никого из монстров не убили. А чё так? Я Димас. Но он сделал по-нормальному все. Чё там получается? Во, я убил одного. Да? Да. Ну ты мужик. А то фишки на него кидают. Ой. Ой, и хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. На всем отличного настроения и всем пока!